Вскрытие Лены в районе Якутска состоялось на трое суток раньше нормы. Нижняя кромка наблюдается у гидропоста Кангаласы. Уровни воды ниже нормы на 0,5-2 метра. На всем протяжении реки Алдан продолжается повышение уровней воды от 40 сантиметров до 1,5 метров за сутки. На реке Амга у села с одноименным названием суточный спад уровней воды 70 сантиметров. С 19 мая подъем уровней воды возобновится. В пределах Сунтарского района сохраняется нижняя кромка ледохода реки Вилюй. Сегодня начался ледоход на реке Колыма у Зырянки на четверо суток раньше нормы. На сегодняшний день на всех реках республики ледоход идет в норме. Уровень воды во всех участках ниже критической отметки. Таких особых опасных гидрологических явлений нету. Единственная у нас проблема намечается это на реке Колыма. Вот, это Верхнеколымском и Среднеколымском улусах. И по населенных пунктах Аргахтах, Сватай и Андрюшкина. Вот. Ну, мы сейчас как раз провели совещание оперативного штаба службы спасения и намечается работа по эвакуации населения этих названных населенных пунктов.